вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Традиційно в цій програмі ми підсумовуємо день, що минає, обговорюємо найбільш резонансні, найбільш важливі, найбільш дискусійні теми, питання. Тож, будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. В принципі, торкнемося тих питань, які ми вже сьогодні порушували. Це і очевидне або ймовірне повернення пана Шокіна на посаду, очевидно, голови Генеральної прокуратури, і про електронні декларації, і про ці падіння сайтів, серверів будемо говорити. Ну і внутрішньополітичну ситуацію обговоримо в підв'язці з зовнішньополітичному. Тобто є про що поговорити. Будь ласка, активно долучайтеся до дискусії. І задоволення представляю гостя нашої студії. Це політтехнолог Дмитро Раїмов. Пане Дмитре, доброго вечора. Добрий вечір. 223-09-71. Будь ласка, активно долучайтеся. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, на ваші запитання. От пан Шокін, він може повернутися? А чому ні? А чому да? А чому ні? А чому да? Давай, Сергій, давай будемо ставити чуть-чуть по-другому вопрос. Когда он может вернуться? Так. Это намного интереснее. Так. Я думаю, ваши зрители уже в курсе той ситуации, о том, что господин Шокин подал в суд на то, чтобы отменить указ президента и постановление Верховной Рады о том, чтобы снять его с должности, таким образом поновившись на должности генерального прокурора. Почему да или почему нет? Та дискуссия, которая сейчас идет. Почему нет? Первая история, ему уже за 65, насколько я понимаю, и по закону он не может занимать такой высокой должности. Mm-hmm. Уже пришел возрастной лимит. Mm-hmm. Вторая история, он занимал должность генеральный прокурор Украины. Ну, так. А сейчас прокурор, должность называется генеральный прокурор. Конечно, дальше в судебном споре можно ссылаться на то, что и та должность являются конституционными. И, в принципе, это одно и то же. Суд может определить, что это является одно и то же, потому что одна и та же институция, фактически. И третий нюанс, почему нет, в том, что сейчас исполняющий обязанности, фактически, точнее так, генеральным прокурором является господин Луценко, угу, назначенный на законных основаниях, и срок его полномочий, а по Конституции это 5 лет, он еще не истек. Угу. И господин Шокин может претендовать, например, на эту должность через 5 лет, да, автоматически став генеральным прокурором. Это если решит суд. Но теперь почему да? Первое, почему да, есть прецедент. Два прецедента. Господин Пензенек. Ой, Пензенек, господи. Забыл его фамилию. Так. При Ющенке был генеральным прокурором. Вот ехал, помнил фамилию, а сейчас... Ой. Ну, зараз згадаємо, да, в процесі. Да, пускай ваші редактора посмотрят, так, чесно, так, просто забыл. Так, так. Дважды восстанавливался на должности генерального прокурора. Пискун. Да, тричі. Спасибо. Третий восстановился, но не был назначен. Спасибо, что помогли вспомнить фамилию. Да. Есть такой прецедент. Второй момент, почему может, потому что есть некий политический расклад, так, и здесь теперь самое интересное. В том, что мы прекрасно понимаем, что бывший генеральный прокурор господин Шокин является кумом действующего президента, господина Порошенко. Угу. И мы все прекрасно понимаем о том, что его действия по отношению подачи в суд на президента и на Верховную Раду не является неким перформансом, не является каким-то развлечением, а является четко продуманным планом. Так. Что это за план и куда он действует? Сейчас очень много экспертных точек зрения появилось, но одна из самых более вероятных и понятных является... Берем во внимание то, что они родственники. Господин президент и господин Шокин являются родственниками, они кумовья. Угу. И, соответственно, все его действия господина Шокина являются согласованными с господином президентом. Что принес, скажем так, этот судебный иск, если вдруг он будет удовлетворен? Так. Ну, кстати, опять же, будет ли он удовлетворен? Мы должны вспомнить, что этот иск может удовлетворить только суд, а судебная власть находится под большим контролем администрации президента, потому что назначение на судей происходит не только через Верховную Раду. Как бы. Президент много и очень сильно влияет на судейскую систему, благодаря наследству, оставшейся от Януковича, вот это изменение судейской системы. Угу. Значит, первое. Этот судебный иск создал некий прецедент по отношению к Юрию Луценко. Есть споры о том, что Юрий Луценко достаточно в строгой форме ведет дискуссии с президентом и не всегда согласен на те или иные вещи. Я читал такие версии. Так, так. Но самое интересное в том, что... Господин Луценко мечтает оказаться в администрации президента на 4-м этаже. В песне поется «Любовь, моя любовь на 5-м этаже», но здесь она на 4-м этаже. Там находится президентский кабинет. Господин Луценко достаточно молодой политик, у него интереснейшая биография. Он и отсидел, он и сейчас занимается резонансными делами. У него высокий уровень поддержки. Он в политике достаточно давно.
Ну, в общем, я думаю, что его мечта стать президентом является одним из интересных факторов. Да. Я объясню, почему именно сейчас. Мало кто говорит об этом, это досрочные президентские выборы. Мы за это сегодня заговорим. Мы за парламентские и досрочные президентские. Второй нюанс, это по поводу господина Гройсмана. Через две недели... Давайте про Гройсмана зараз про це звіт. Я объясню, в чем связь идет. Смотри, в том, что если господин Гройсман покидает пост через две недели, то есть его работа будет неудовлетворительна, господин Луценко может перейти на должность премьер-министра, единственный политик, у которого может хватить голосов в Верховной Раде, то автоматически генеральным прокурором через суд становится господин Шокин. Вот так. Послушаем глядача, далее продолжим. Прошу, будь ласка. Доброго вечера. Доброго вечера. Ніде не розглядається, щоб сумісно із Шокіним претендував і Пшонка. Вони, власне кажучи, однакові. Ну, і з одної ж компанії, все як має бути. Воно так ще смішніше було, ніж то, що зараз пропонується. Ще смішніше. Шановний, ми цінуємо ваш сарказм і іронію. Ну, принаймні, таке запитання глядача. Нічого зараз не бачу смішного, тому що, заметьте, сьогодні стало відомо про те, що МВФ не внесло Україну в повістку дня на апрель місяць. До початку апреля ми не розглядаємося, транш у нас не буде. Поддержки технической от Европейского Союза мы тоже сейчас не получаем. Внешнеполитический фактор замер. Мы практически не интересны Соединенным Штатам Америки. То, о чем я говорил, в принципе, сразу после выборов у вас здесь в студии. Так, потому я не вижу ничего сейчас смешного. Я напомню, господин Шокин попал в скандал с грузинской командой под того, что он... Был спор между Саакварелидзе, заместителем, господином Шокиным, потому что господин Шокин, по словам господина Саакварелидзе, прикрывал дело и хотел вывести из-под удара бриллиантовых прокуроров. Мы всех должны помнить. Потому я не вижу ничего смешного. Сейчас человек, который связан с президентом, подает иск, имея прецедент восстановления предыдущего господина Пискуна, генерального прокурора, он может восстановиться на этой должности. Почему господин Гройсман может покинуть пост премьер-министра, и так понятно. Через две недели он будет представлять свои итоги программы. Он потеряет иммунитет. Его кабинет министров потеряет иммунитет. Через две недели они будут представлять годовой отчет о деятельности правительства, либо 150 депутатов могут вызвать его для отчета и признать работу либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной. Логично. Либо, если неудовлетворительной, отправить в отставку. Престола де ваканте, получается, то, что есть в Италии, в Ватикане. Кресло становится вакантным. Я помню численные разговоры на тему, что, мовляв, критична маса депутатів ще може знайтися за відставку, а от кого натомість? І тут якраз вимальовується фігура Юрія Луценка. Але цікава должність не тільки прем'єр-міністра. Президент може руководити кабінетом міністрів, в принципі, в ручному форматі, маючи свого прем'єр-міністра. Інтересна должність генерального прокурора. Ви пам'ятаєте, що тоді було дуже складно провести на должність господина Луценка. Господина Шокіна приймали теж дуже складно. Що зараз відбувається в Раді? Господин Порубій, як сигнальний світофор, проводить голосування. Шановні колеги, зберіться, проголосуємо. Не вистачило голосів, я ще раз ставлю на голосування. Той не встиг, да. Сидя в кабінеті, несмотря на зал, я слышал по 5-6 раз, коли ставиться на голосування одно і то же рішення, поки всі депутати зберуться. Значить, якщо уходит премьер-министр Гройсман. Сейчас бытует мнение и в кабинете министров, и в администрации президентов, что между Гройсманом и Порошенко есть споры, потому что Гройсман тоже себя видит как любовь на четвертом этаже. Так. Они не могут договориться. Господин Луценко может сменить господина Гройсмана на этой должности. Это более-менее свой человек. Но на должности генерального прокурора ставить не то, что свой человек, а в доску свой говорит. Зрозуміло, пане Дмитро, послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. А не стоит ли вспомнить батюшку Крылова? Одна з Ділебіта, як і Щука. Потім ще одна є. Як убрати, не садитися, щоб мужиканти не годитися. Не пора ли їх всім оптом убратися? Так. І не мутіть страну. Не мутіть страну. Дякуємо дуже, пане Дмитре. Пожалуйста, я думаю, что в ближайшее время у вас такая возможность появится купить билет всем украинским политикам куда-нибудь подальше. Речь идет об осени, о 29 октября, ту фразу, которую мне, цифру, которую сегодня мне назвали, о досрочных парламентских выборах. Но это не настолько интересно, как то, что рассматривается вариант досрочных президентских выборов сразу же после парламентских, для того, чтобы президент, имея рейтинг,
утвердил себя в должности и продлил свой срок полномочий. Я напомню, есть прецедент 2004 года. Конституционный суд Украины представил господину Кучме возможность повторного баллотирования в 2004 году, немного по-другому посчитав его конституционный срок. Было. Я напомню, считался конституционный срок его не с 96-го, а раньше. И у него срок полномочий должен был закончиться в 2004 году. Конституционный суд в 2003 году, не в 2004 году, посчитал немного по-другому из-за того, что была принята новая конституция, конституционный срок президента и разрешил ему считать его второй срок как первый. Так вот, если сейчас господин президент подастся на досрочные выборы, он может считать свой первый срок не тот, который он получил в 2014 году, а тот, который придет в досрочных выборах 2017 года. Mm-hmm. То есть, пробыв в должности 3 года, он может себе досрочными выборами начать свой срок, опираясь на это решение Конституционного суда, немного по-другому. Может быть другой прецедент Конституционного суда, другое решение. Мы же прекрасно понимаем, состав Конституционного суда не поменялся. Другая история о том, что почему именно сейчас досрочные выборы и почему возможен вариант парламентских выборов. Имея сегодня, скажу просто словами моего коллеги Костя Петровича Бондаренко, это то, что окно возможностей для блока Порошенко заканчивается. То есть если не сейчас перевыборы, то через год рейтинги будут настолько низкими, что в срочные выборы они не пройдут. Зрозуміло, послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Алло, алло. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Зовут Віталій, місто Сіла. Прошу. У мене така пропозиція є. Шановним нашим і прем'єрам, і президентам. Накралися, хай забирають свої гроші і тікають з України. А ми відробимо. Ми нація трудолюбива. Ми відробимо, ми заробимо своїм дітям і внукам. І побажати їм щасливої дороги в Панамі, в Росії. Пане Віталію, ми зрозуміли, бачите, це запитання, воно десь в унісон іде з попереднім, що, мовляв, от ви, ну, пане Дмитро, зараз ви скажете, але ви називаєте фігури і претендентів, і кандидатів. Я повторю свою ж фразу, яку я вчора говорив в першій нашій передачі «Столиця», вчорашній, а на манежі та все те ж. Ну, вопрос манежа, здесь нужно понять, что украинские избиратели постоянно голосуют за то, что есть, и у них есть возможность поменять просто голосование, почему-то и происходит не таким образом. Mm-hmm. И нельзя сказать, что прям все сфальсифицировано, Сергей. Просто если мы опросим людей на улицах, мы потом узнаем, что у этого такой рейтинг, у такой такой рейтинг. Потому не нужно говорить, что на манеже все те же. Выбирают все те же. Ну, так я заиман у вас еще. Да, здесь вопрос не к нам. Здесь вопрос именно к украинскому обществу. Что выбираете, то и имеете. А другая история о том, что я не согласен с позицией, пускай забирают деньги и валят. Я предприниматель. Не, пусть валят тогда, несмотря, да? Смотри, без денег. Я и политический консультант, и предприниматель. Так, у меня есть бизнес. Так. Я официально плачу налоги, плачу зарплаты, и я все-таки хочу знать, что те деньги, которые я заплатил, будут уходить в государственный бюджет, с этих денег будут оплачены пенсии, с этих будут поремонтированы дороги и многое другое. Угу. А почему я должен разрешать неким засранцам, извините, с моими деньгами, с вашими деньгами, ну что вы с вашей зарплаты также платятся эти налоги, с тех зарплат, которые слушают слушатели, почему кто-то должен брать эти деньги и бежать? Мы уже одного отпустили. Виктор Федорович Янукович. Да. И вся его дружная команда вытащила со стороны столько, что когда пришли в 2014 году, на казначейских счетах было то ли 200, то ли 300 тысяч гривен. Дорогие друзья, ну тогда мы можем просто-напросто все отдать, и никто у нас ничего в жизни не украдет, потому что у нас ничего не будет. А вони потім на Панами там поїдуть і будуть там собі непогано себе почувати. З нашими грішми. Я считаю, что вот после 2014 года украинское общество не имеет морального права отпускать ни одного коррупционера, дать ему возможность сбежать. Не хочу приводить пример Масада, это израильской разведки, но эти ребята умудряются находить в Аргентине и в других странах тех ребят, которые когда-то имели отношение к репрессиям против евреев. Необходимо нам уже отнестись к тому, что если нанес вред нашему государству, будь готов когда-нибудь все-таки через 10 лет, через 20, через 40, через 50 мы тебя найдем и привезем в Украину. Вопрос меры ответственности другая история. Но никто не избежит украинской юстиции. Зрозуміло. Ну, хватит. Потому что если мы так же будем считать, чтобы у нас все разворовали, друзья мои, то здесь окажется пустыня, и нам легче будет жить в Сахаре. Послухаем глядача. Прошу, будь ласка. Алло. Слухаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, я на связи. Так, це ви на зв'язку. Прошу говорить. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я выражу мнение очень многих людей, с которыми я знакома, мне уже 70 лет. То, что сделали с нашей страной, все наши президенты за 25 лет, это вообще не подлежит никакому наказанию, кроме самого сурового.
И то, что они сейчас делают с Украиной, это просто я не знаю, какую надо быть совесть и стесняться своих будущих потомков, и стесняться своего народа. Это такое безобразие, что... Ми зрозуміло, дякуємо дуже. Пане Дмитре, ви часто спілкуєтесь з людьми сильними світу сього, як кажуть, да? От скажіть, от яка дійсно, от, з огляду на те, що запитала наша глядачка, от яка в цих людей взагалі логіка? Ну, зрозуміло, кожному хочеться жити класно, відпочивати на тій такі там Панамі чи там на Канарах, не знаю де. Але є ж і люди, які отримують по 2000 гривень на місяць. І от в цьому дисонансі, от як жити, да? Їм до шпуньки доля цих людей, чи як це виглядає просто? От цікаво зрозуміти. Сергій, не скажу, як говориться, за всю Одесу. Я розумію. Буду говорити за тих, кого знаю. Значить, перша історія. Каждый, кто приходит на неких популярных, не будем говорить популистических, популярных заявлениях по поводу улучшения жизни страны, приходят, садясь в кабинет, понимают, что наша страна 42-миллионная. И немного пожелания украинца и реальная история не совпадает. В чем не совпадает? Да. Не совпадает то, что все хотят с завтрашнего дня хорошо жить. А я могу вам сказать, что наше государство фактически не может, для того, чтобы развиваться хорошо, не может себе даже позволить минимальные пенсии. Mm-hmm. Потому что страна за столько лет обнищала. Причем реально обнищала. Но это еще не финал, я вам могу сказать, в ближайших несколько, в 10 лет нам еще хуже станет, к сожалению. Я просто попрошу, посмотрите на срок эксплуатации ваших домов и коммунальных предприятий. Многие хрущевки по плану должны были бы снесены в ближайших несколько лет. Они уже трескаются, дома обваливаются, и эти истории постоянные у нас. Вы посмотрите, сколько когда-то, сейчас меньше об этом пишут, в Москве обваливалось ежемесячно домов. Они уже потеряли свой быт, они потеряли свой срок эксплуатации, и уже просто морально устарели. Мы к этому приходим. Мы приходим к тому, что части... У нас, кстати, коммунальная система, труб, да, по городу, есть еще те, которые достроены до революции. Революции 17-го года. Но они не выдерживают никакой критики уже. Но находятся на балансе города. Потому говорить о том, что одно дело, ты приходишь и говоришь, ты поменяешь страну, с другой стороны, ты понимаешь, что в стране 42 миллиона населения, а страна столько-то денег зарабатывает, и ты не можешь фактически покрыть все. Мы должны понимать, что там нынешние коммунальные тарифы в двух третях того действительно должны были подняться цены намного раньше. Mm-hmm. Потому что надо бы. Но mm-hmm. держали, дотировали, шахты дотировали, mm-hmm. убыточные шахты дотировали. И многое-многое другое. Страна живет непосредством. И в том числе сейчас страна живет непосредством. Поверьте, посмотрите, мы постоянно просим кредиты. Мы постоянно просим техническую помощь. Мы постоянно просим кредиты МВФ и так далее. Мы постоянно обслуживаем внешний долг. Мы постоянно обслуживаем наши какие-то обязательства. И заканчиваем тем, что страна до сих пор живет непосредством. 3 года прошло после революции. 3 года мы с вами в этой студии говорим о том, что страна должна больше зарабатывать. Но я почему-то не вижу, чтобы люди задерживались на работе после 6 вечера, стараясь произвести больше деталей лучшего качества и продать их больше. Все равно работают с 9 до 6 и жаждут, что жизнь наладится. Второй нюанс – это по поводу украинских президентов. Я напомню, что каждый украинский президент – это наш с вами сограждан. И каждый из вас, кто проголосовал за Петра Алексеевича, за Виктора Андреевича Ющенко, за господина Кучму, поставил подпись за него. Те, кто голосовали. Потому так сложились правила демократии, что все мы несем ответственность за наших избранных членов украинского парламента, членов украинского правительства. Вы знаете, когда такие тезы от вас лунают, я сразу в дискуссию вхожу, аж влетаю в эту дискуссию. Сергей, в народе кажут, это правда, але, знаете, в народе кажут, знал бы прикуп, да, то жил бы... Конечно же. Голосуємо за президента, який говорить, за 2 тижні закінчу війну, все буде нормально. Да. А потім рік проходить, і ми бачимо, і люди починають просто переоцінювати ситуацію. Сергій, вопрос на життя змінюється, і ми переоцінку робимо. Помніш, я говорив в одному з предыдущих ефірів, раніше, коли ще були парламентські вибори, які питання необхідно задавати кандидату. Я ні разу ні на одній зустрічі не бачив, щоб їх задали. Перший вопрос. Економічна програма. Ми станемо жити краще. За счет чого? Як? Так. Ми зробимо це. Щоб що? Мы дадим больше зарплаты. Каким образом? Так. Когда я говорил, что больше зарплаты ляжет на предпринимателя, я же прекрасно понимал, что теперь я больше плачу. Так. И тому подобные вещи. Потому давайте будем честно говорить. А у нас есть за что осуждать политиков. А звідки у вас в деклараціях мільйони, це запитання варто ставити кандидату? Смотрите, если ко мне вопрос, у меня налог, у меня зараз на рекламочку, есть декларации по налогам. Да. Пане Дмитре, зараз на рекламку перерываємося, а от електронні декларації і все це, що навколо, ми вже в наступній частині поговоримо. Рекламка, і після реклами повертаємося і продовжимо.
Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, політехнолог Дмитро Раїмов. Є нашим гостем 223-09-71. Телефон продовжує працювати. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. Я от щодо електронних декларацій, вже стільки два дні ми про це говоримо, на цю тему. З якого боку підійти, навіть і не знаю. Давайте я зразу з льоту, як кажуть. Те, що зобов'язали громадські організації, які займаються антикорупційною діяльністю, так само подавати декларації. Це Верховна Рада відірвалася, ну, як в народі, знову ж таки, кажуть, на цих громадських організаціях? Чи все ж таки є тут якийсь сенс? Прошу, будь ласка. Ну что, давай разберемся. Значит, что сейчас принято и как оно должно работать? В принципе, этот перечень общественных организаций необходимо срочно расширять. Угу. Не только антикоррупционные, но и все общественные организации. Угу. Смысл какой? Значит, первый вопрос. Оторвались ли украинские депутаты, обязав антикоррупционеров декларировать? Оторвались. 268 людей проголосовало за. Оторвались. Это богато. Это 100%. Так. Потому что антикоррупционеры, мягко говоря, достали, но не просто достали в плане проверки декларации. Так. Я не видел ни одного журналистского расследования, базирующегося реальных на декларациях. Появилось очень много псевдо-антикоррупционеров, которые приходят к тебе и говорят, если ты сейчас мне не заплатишь деньги, я начну против тебя антикоррупционную волну. Так. Сергей, это 3/4 моих клиентов, которые говорят, Дима, мы честно платим налоги, нас обвиняют в коррупции. И нас очерняют. И это моя основная задача, отбиваться этих, ну, мягко говоря, не очень хороших джентльменов. Ну, теперь давай по сути этого истории. Так. Значит, сейчас все общественные организации жестко против, чтобы декларировать их деньги. Они говорят, что это частные деньги. Они говорят, что это должен человек, который дал деньги, их контролировать. Гранты, так, грантовая за кордону, организация. Например, там я не согласен. Так. Первое. Посмотрите на наших антикоррупционеров. Гопко и пошли дальше. Посмотрите на их декларации. Они так сильно борются с коррупцией, что у них каждый год по несколько квартир появляется. В задаче спрашивается звідкіля. Мы берем их за официальную заработную плату, а там на квартиру вообще не хватает. А ответ потом, откуда у тебя квартира? Пан Дмитро, вони мені мій чоловік, каже, що мені мій чоловік не розповідає, звідки в нього гроші. Правильно, а чоловік бізнесом, наприклад, займається, то може мати 9 квартир. Конечно же, ну, можеш, так? Ну, гіпотетично, може, же. Може. В нашому місті, коли два чоловіка задумують щось хитре, на наступне знає весь город уже. Ага. Тому не треба пытаться, как бы, так сказать, обдурить, навіть находясь в Верховній Раді. Здесь все видно. Нас не 200 мільйонів населення, нас 42 мільйона, в Києві 3. І всі друг друга хорошо знають. В плане политической тусовки, как говорится. Значит, первое. Почему они должны декларировать? Первое. Вы берете деньги грантов и пожертвования от граждан, которые не могут делать. Я считаю, это публичные, а не приватные деньги. Вам дают деньги на добрые дела, на что-то доброе. Так. Это необходимо контролировать. Первое, контролировать. Почему вы должны декларировать не затраты организации? Ну, сколько вы купили скрепок у кого? Вы должны задекларировать ваши доходы. Если вы сегодня работали в организации и зарабатывали 10 тысяч гривен, вы заработали за год 120. Ну так. Откуда у вас через год получилась квартира в центре города? За 7 миллионов. Ну да. Будьте любезны, представьте, откуда взяли. Это первая история. Это просто публичность. Человек гражданской организации, я лично приравниваю как к публичному политику. Ты находишься на публике, ты влияешь своими делами и действиями на поведение страны. Будь любезен, покажи, что ты честный. Угу. Вторая история связана с тем, что это антикоррупционеры. Первое. Огромнейшие деньги идут. Сотни миллионов гривен ежегодно падает в страну грантовых денег на антикоррупционную деятельность. Антикоррупционной деятельности ноль. Зато у всех этих ребят чудесные дорогие автомобили. Приезжают иногда антикоррупционеры на автомобиле дороже, чем мой, хотя я занимаюсь бизнесом. Это честно, это нечестно. И причем не то, чтобы мне завидно, как и всем. Но надо иметь дело. Скажите, что есть. Третий момент. Они, извините, пожалуйста, святей святых апостолов. Они выходят, кричат, что они молодцы, кричат, что они борются с коррупцией, заходят в политику. Но потом мы говорим о честности. О том, что гражданский сектор сейчас должен контролировать этих политиков. Они, извините, сами коррупционеры, потому что они воруют деньги. Если они не заплатили налоги, они воруют деньги. Если к ним пришли деньги пожертвований, они воруют деньги. Если это благотворительный фонд, куда я дал 100 гривен, или вы дали 200 гривен. И, извините, они не побороли ни коррупцию, они ничего никому не помогли. Они воруют деньги. Нет, они... давайте в такой фонд вы 200, а я 100. Хорошо. Они коррупционеры. И они бандиты. Вот такие фонды, это воры. Ничего не дам. Они ничего, просто... здесь, нужно... здесь, понимаешь, здесь нужно правильно ставить вот фразу. Я сейчас объясню, в чем. Так. Значит, первое, ну, то есть они должны быть публичными. А теперь давайте заменим ну, слово «коррупционер» на слово, которое есть в Уголовном кодексе. Это преступник. Давайте называть их правда. Коррупционер – это не человек, который просто украл деньги. Общественник, который пришел вымогать деньги – это не просто общественник. Общественник, который не заплатил налоги либо украл деньги из общего фонда, благотворительного фонда – есть одно нормальное слово. Преступник.
И, конечно, когда их сейчас всех общественников просят, покажите, пожалуйста, ваши декларации, чтобы мы были честными, и вы, обвиняя политика, тоже были честными. Они, извините, пожалуйста, не так и рассказывают, такое ощущение, что они из церковных певчих. Нет. Покажи честно. И те люди, которые честно зарабатывают деньги, они покажут свою декларацию. Сергей, если бы обязали журналиста, вы бы не показали вашу декларацию как журналиста, показали бы. Пожалуйста, все вопросы. Вы бы имели право, сидя здесь политик, сказать, погодите, батенька, откуда у вас эта квартира? Пане Дмитре, так я так и роблю, тому що мені є, що показати, і я не боюсь, що там... Понятно, так я так і веду передачі. Політики думали, що вони так соб'ють з коня общественної організації, і вони праві. Тому що їм зараз прийдеться задекларувати, їм прийдеться показати. И следующий год, они будут с 2018-го декларировать, но в 2019-м мы зададим вопрос, откуда эти, так сказать, нетрудовые доходы. Все ясно. И когда мы покажем, что это нетрудовые доходы, Сергей, я вам могу сказать, у вас здесь в студии будет меньше гостей. Потому что Марья Ивановна или кто-либо другой, смотря телевизор, увидя этого прекрасного антикоррупционера, а у вас их тут бывает очень много, самая проблема, я каждому из них знаю цену. Она будет задавать вопрос, говорить, вы, конечно, да. Вы, конечно, молодец. Вы очень хотите в политику. Но, да вы взяли, но у меня так, есть вопрос. Так, так. И мы увидим очищение общественного сектора. Это действительно будут люди, которые имеют реальное отношение к делам. Зрозуміло, пане Мир, я глядач. Прошу, будь ласка, говорить. Алло, добрый день. Добрый вечер. Ну, добрый во-первых, все доходы любого предприятия, сейчас же не только дело не в гражданских вот этих антикоррупционерах, а вообще доходы любого гражданина, если он получал любые доходы от бизнеса, как они все рассказывают, отражены в декларации на прибыль. И с 94 года декларация каждого предприятия уже вносилась в компьютер. Искать не надо, они сегодня называются фискальная служба, подумайте. Там, по-моему, даже с 92 года уже начинали ставить компьютер. Ну, допустим. Так. Второй вопрос. Точнее, сентенция конкретная. Что значит антикоррупция? Человек, если украл у государства, то он нанес ущерб государству. Где какая коррупция, ребята? Это прямая антигосударственная деятельность. Это другие сроки, и это другая, простите, конфискация имущества для начала. Это 15 лет старт идет. Ну, а теперь моя вот вопрос. Так. Реально понимают ли мальчики, которые при власти, что элитарный договор элит, по сути, закончился? Закончился он реальной фейковой сроком для Юры Луценко и еще более фейковым сроком для Тимошенко. Больше договор элит не работает. Если вчера этих двух посадили, ну, высосанное с пальцем обвинение, то на Яценюке стенка одна висит. И по этому поводу уже должно было быть открыто уголовное дело. На нее было выделено, простите, мы зрозуміли, дякуємо дуже, прекрасні такі у вас ідуть... Тези, ну дійсно, пане Дмитре, це преступники, ви правильно говорите? З іншого боку, так в нас ж нічого ж не доводиться до кінця, принаймні, воно може і доводиться кудись, але так воно доводиться, доводиться, процес якийсь такий, знаєте. Перший тезис, який було сказано по поводу декларації, дуже важливий момент, а к цьому зараз дуже сильно апелюють общественники, о тому, що, а чого ви розділяєте бізнес від общественної організації? Чому ви розділяєте ваші лічні фінанси від фінансової організації? Я об'ясню. Если моя декларация налоговая, фактически я ее подаю ежегодно, сколько я заработал за год, сколько я там потратил, ну, то есть там есть физическое особое предприятие, показывает ежегодно и платит официально единую ставку налогообложения. Так вот, будучи предпринимателем, я не рвусь на баррикады с криками «меняй бегом страну». Но если я перестаю быть только предпринимателем и являюсь общественным активистом, и честно вступаю в общественную организацию и занимаюсь там какими-то процессами, в свободное от работы время, меня могут попросить быть честным, покажите, что у вас есть, чтобы с момента, когда вы начали заниматься общественной жизнью, вы не одурачивали народ и не вытягивали у них деньги для своего прекрасного быта. Ну, потому что на общественных началах. Не для бизнеса. Бизнес, я же должен что-то произвести, что-то дать. Ну так. А в общественной организации можно просто языком молоть. И тебе люди будут давать деньги на что-то, на твою общественную деятельность. Потому что здесь они должны подавать декларации. 100% все члены общественных организаций, все активисты, не имея значения, детская ли это общественная организация, либо это антикоррупционеры, все должны декларировать. Ну, раз уже полез на танк, то давай как бы показывай. Вы что-то против языком молоть? Не дело в языком молоть. Я жартую, пане Дмитре. А теперь что касается... как бы комментариев по поводу преступников и уголовных дел. Мне очень понравилась история, то, что было отмечено по поводу договора элит. Действительно нарушен. Теперь никто не дает гарантии, что завтра, покинув должность, тебя не посадят. Теперь никто не дает гарантии. В общем, никто не дает гарантии.
Если раньше Кучме, когда он уходил с должности, давали гарантии физической неприкосновенности, когда уходил Ющенко, я напомню, Виктор Андреевич помогал избранию Виктора Федоровича Януковича, о чем мы все забыли, там и работа с губернаторами, главами областных администраций, и ему давали гарантии, что все будет хорошо, то сейчас никто никаких гарантий не может дать, потому что все друг друга кидают в политике, друг другу все не верят, и есть еще такой фактор, как общество. Вот здесь впервые, и мне очень гордо за нашу страну, появилось общество, которое может, в принципе, дать под зад и выгнать, и его проконтролировать нельзя. Единственное, что непонятно, что может стать катализатором выхода людей на улицу. Единственное, что я сразу могу сказать, никогда экономические вещи не ставали показателем выхода на улицу. Если люди беднеют, они не выходят на улицу. Это очень важно понять. Когда люди беднеют, они не выходят на улицу. Они постоянно будут бороться за свое маленькое, но существование. У нас десятки звонки, мовляв, и тарифы, давите, и социально-экономическая ситуация. Чему падение, ж Майдан не никогда вылетает, да? Экономических. Это социология, это общественная наука. Никогда беднеющее общество не выйдет. Оно выйдет только тогда, когда там есть большая масса людей, которые помнят хорошую жизнь, либо выходят тогда, когда все хорошо идет, и человек думает, мне вот сейчас чуть-чуть не хватает, чтобы все было отлично. И чуть-чуть в этом виновата власть. Сейчас я их сниму, и все будет хорошо. 2004 год. Страна экономически растет. Благосостояние страны отличное. Ну, денег не супер много, но реально достаточно много. Почему сняли Кучму? Чуть-чуть не. Мы думали, что нам чуть-чуть не хватает, чтобы быть европейцами. Сейчас мы снимем этих, и придут следующие. И с каждым разом все хуже и хуже. То есть, когда экономически страна падает, никогда не будет общественной революции. Только в случае это может произойти большого политического китка, я бы так сказал. То есть, когда страну одурачивают политически, и дальше терпеть уже невозможно. То, что было в 2013 году, развернули страну в другую сторону. Это резкий поворот, как автомобиля, перевернул машину, и люди вышли на улицу. Экономика была, кстати, я напомню, достаточно стабильной. Не в пользу Януковича. Экономика падала, мы просто не видели, когда золотовалютные резервы разворовывали, ну, как бы раскидывались на содержание доллара. А экономика была стабильной, и мы думали, сейчас мы этих уберем, и будем то же самое, но в Европе. Так вот, когда мы поймем, что вот этих мы уберем, и будет не хуже, но в Европе, будет ли общественная революция, но ее лозунги будут не экономическими. Ее лозунги будут все равно политические. Так, а де гарантія, що якщо замість цих, які зараз, прийдуть інші, то це ще дно не буде глибше. Господина Поросюка, хто вибрав? Українське общество. Сейчас мажоритарний округ, ви праві. Господина Мосійчука, которого господин Шокін обвинив в корупції і арестував прямо в здании Верховної Ради, представив відео доказательства, хто вибрав? Українське общество. Ну, той по списку вийшов. Господина Януковича, хто вибрав? Українське общество. І ми можемо цей список перечислити, мені кажется, до безконечності. Тому давайте почнемо, к тем мы выставляем, к политикам, четкую оценочную категорию для того, чтобы понять, стоит их переизбирать или не стоит. К себе мы задаем вопрос, кого мы будем переизбирать. Не находим, кого переизбирать. Посмотрите, місцеві громади об'єднуються, обирають собі голову громади і на місцевому рівні, маючи бюджет, проводять місцеву політику. Там народяться нові політики державного масштабу, і вони з'являться на основних телеканалах і далі будуть в політиці. Я, пане Дмитре, вам скажу, що логіка є, і це неодноразово в цій студії звучить, що давайте все ж таки думати, бо потім, знаєте, як кажуть, 5 років мучитися, та краще щось не взяти, да, чи там гроші, чи там ту ж гречку, але з огляду на реалії, от я як громадянин, да, як виборець, я не я то не візьму, бо в мене вона є. Слава тебе, Господи. А що вам мішає? Да? Беріть ту гречку і голосуйте, як хочете. Що вам мішає, як говориться? Я то ще можу, звичайно, взяти гречку і проголосувати так, як я хочу. А логіка і менталітет деяких людей вже, які в віці, вони звикли так. Якщо ми беремо від цього, то ми ніби вже зобов'язані йти голосувати за нього. Ви праві, знаєте, що так воно є. Беріть ту гречку, беріть те, що вам дають. Во-первых, голосуйте, як хочете. Во-вторых, ідіть в НАБУ. Або в антикорупційний комітет. То есть взяли гречку, прийшли, здали. Ну, гречку взяли, дядьку здали. Зрозуміло. 3 хвилини у нас до закінчення, є глядач. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я швидко буду. Я не зовсім погоджуюсь з політологом, коли він пояснював важкий стан в нашій країні. Сьогодні мадам, яка очолює оцей орган, яка завалила всі ці декларації, так, вона сказала, що в неї щомісячна зарплата 100 тисяч, і вона підкреслила без премії, 100 тисяч без премії.
Скажіть, будь ласка, чи могли б ви назвати мені країну, де більшість людей, величезна більшість людей, отримують 100, 150, 200 разів менше, ніж невеличка... Прекрасне запитання, дякую дуже, вибачайте, що перериваю, просто часу вже менше. Це те, про що я говорив у попередній передачі, що якщо 135 тисяч, 98 в даному випадку, глядачка сказала 100, 98, 97, по-моєму, а в людей в більшості 2-3 тисячі, це ненормально, це не є нормально. Знаєш, Сергій, у нас в нашій країні, к сожалению, з нашою з тобою родиною, много чого не совпадає. И нет такой, нет такого учебника по политологии, который бы это все объяснил. С одной стороны, чиновник должен быть обеспеченным для того, чтобы он не пытался своровать 100-200 долларов где-то там. Потому он должен иметь хорошую зарплату. Но украинское общество не может иметь таких зарплат у всех, потому получается такая большая разница. Но дать ему тоже 3000 гривен зарплату, мы будем иметь то, что имели раньше. Потому это постоянный дискуссионный спор. Единственная проблема в том, что... Уровень квалификации очень многих не соответствует высоким зарплатам. Хотя, я честно забыл, как ее тоже зовут, эту чудесную женщину, которая сегодня выступала на Кабмине, но она правда не виновата в том, что ее подставляют техники. Ее подставляют. Она действительно сегодня просто в сельмях пыталась объяснить это, но никто ее не слышал. Она действительно сидит костью в горлах очень многих сейчас, потому что она реально пытается разбираться в политической коррупции. Но теперь давайте просто поймем о том, что деньгами коррупция не борется. Мы об этом говорили, есть исследование Мирового банка, когда действительно... Но столько не дай, найдется, кто даст больше. Потому деньгами эту историю не перебить. Но для того, чтобы украинское государство было обеспеченным, поверьте, борьбой с коррупцией этого мало. У нас там разворовываются фактически, если мы просто возьмем ВВП нашей страны, сколько она зарабатывает за год, не такие огромные деньги. Для того, чтобы страна наша была богатой, нам необходимо менять все от оснований. А что такое менять от оснований? Я вам покажу. Польша. Один из немецких заводов. То, что вот сегодня буквально узнал. Сказал следующую историю. Вы теперь работаете без выходных 7 дней в неделю по 12 часов. Если вы не согласны, уважаемые господа, увольняйтесь, мы возьмем украинцев. Они готовы работать. Вот история о том, что если мы хотим зарабатывать много, мы должны работать много. Если мы хотим быть высокоинтеллектуальными и знать какой-то интеллектуальный продукт, мы должны учиться не в украинских университетах, а если в украинских университетах, то требовать от них высокого качества. Не поменяемся сами. Честно, наши эфиры будут напоминать, мне кажется, с годами в года одно и то же. Пане Дмитре, дякую дуже за участь в нашей передаче, за цікаву розмову, дякую за активність. Всім нашим глядачам, Дмитро Раїмов, політехнолог, був гостем нашої програми. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Щиро дякую вам за увагу, за активність. Щастинам усім і до зустрічі завтра.